мама ведет себя странно. Ну давай посмотрим, что она там делает. Кого выбрать? Клоуна? Вот эту мразь? Или крест? Я выберу вот этого с молотком. Зря? Зря я его выбрал, да? Все свое детство я провел в одиночестве. Фига ты себя со спины, конечно, узнал. Вот так вот ходишь тоже по магазину, вот поиграешь вот в такие игры. Ёбнешься головой, будешь по магазину ходить и шарахаться их. Тебе смешно, ха-ха, ты без головы. Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры. Мы продолжаем Find Yourself. Оказались вот тут под лестницей, короче, мы каким-то образом из метро. Так что будем выбираться отсюда обратно в метро. Что я тут должен найти? Так, смотри, я глянул, что в целом это прохождение игры где-то всего лишь на час. Поэтому я думаю, что за сегодня мы ее всю пройдем. Опа, дверь. Ага. Вот так и обманули дурака. Прикинь, на 4 кулака. Ох ты ж, ебать тебя в рот. Тихо. Блять, не пугай. О, пиздец, а мне тут внизу кто-то стоит, я думал, нет? Что-то должно быть. Ничего нет. Я хочу быстро пройти. А. Мама рассердилась, что я выключил свет в доме. Вы выключили электричество в доме. Мне попалось достижение. You're not awake. Вы не... Это что значит? Проснулись? То есть вы хотите сказать, что я не должен был это нажимать? А что мне тогда делать? Тут есть... Я думал, это винишко. Это не винишко. Велик, давай покатаемся. Ну... Дверь не открывается. И что мне нужно делать? Вот, тут... Это дверь какая-то или что? О, записка. Я вижу монстра в своей комнате. Мама мне не поверила. Я и заперла в подвале. Окей. Окей. Пробуем еще раз выйти. Мать, открой! Ты охуела? Мать! Тут страшно до пизды. Спасибо, что фонарик хоть мне дала. А то без фонарика вообще тут тоже нихера не видно. Я даже погромче сделаю, чтобы прям обосраться можно было. Но я не буду нажимать, опять проиграю. Что за ересь? Еще записку надо найти. Ну, вот это не открывается. Тут я ничего не вижу. Вот эту жать нельзя. Появляется Тутанхамон и меня начинает это, насиловать. Прыгать я не могу. Может, тут еще где-то записка есть? Нет, записок нет. Вот это все взять я тоже не могу. Кстати, заметил, что светится тут слева, внизу еще что-то. О, это что за такой фонарик странный? А, я знаю, что это за фонарик. Это такой фонарик. Свет. Это такой фонарик, у которого еще сбоку все светится, такая рамочка. Я видал такие фонарики. Мать! Ебать тебя в рот! Открой! Сучья тварь! Что за дела? Выпусти меня! Это не смешно ни разу. Блять, ну я опять иду открывать, ну я проиграю. Что за бред, блядь? Идиотизм какой-то. Что нужно сделать? Я прочитал записку. То есть, неважно, в какой момент я это выключу. Говорю, пройдем с первого раза. Ага, конечно. То есть, если я прямо сейчас вырублю, это же произойдет. Вот, давай, записка лежит? Лежит. И заперла меня в подвале. Тут никаких подсказок нету. Что мне нужно сделать? Алло! Алло! Ой! Нет, я случайно, блядь! Иди ты в жопу! Чтоб ты в своей гробнице задохнулся! Мразь! Это просто какое-то издевательство. О!
Полное издевательство. Что мне нужно? Они начинают шептать. А... Хули вы мне шепчете? Может, я в темноте должен что-то увидеть? Я выключаю свет. Ничего не открывается. Тут в темноте я ничего не вижу. Абсолютно. Помогите! Я хочу сам допереть, но я не понимаю. Просто давай смотреть логично. Давай смотреть логично. Вот у нас есть записка. Вот, прочитали. Вижу монстра в своей комнате, мама не поверила и заперла в подвале. Заебись. Дальше что нужно сделать? Вот тут на полке я не вижу ни ключей, ничего. Внизу тоже. Ничего. Вот здесь ничего, вот здесь ничего. Вот здесь ничего. Вот тут гора всякого говна. Тоже ничего, оно ничего не берется. Тыкаешь, тыкаешь, ничего не происходит. Тут у нас что? Я туда даже пройти не могу. Стулья не двигаются. На стулья нажать нельзя. Велосипед тоже не... Ой, блядь, ты что? Вы нашли портал? Какой портал? Ты ёбу дал? Я забегаю в портал. В смысле? Что за портал я нашел? Фига себе. Так, окей. Окей. И что дальше? Я захожу, ничего не происходит. Мне дали даже достижение за этот портал. Но... Даже если я выключаю свет, ничего не происходит. Это, конечно, красиво выглядит. Это очень классно выглядит. Мне это очень-очень нравится. Но что мне нужно сделать еще? Ну, я нашел портал. Теперь какие-то звуки пошли непонятные. Теперь я могу выйти отсюда? Нет. А тут звуки даже еще сильнее слышны. Очень неприятные звуки слышны еще сильнее. Но если я, сука, нажму, все же по пизде пойдет опять. О, нет, подожди. Тут что-то есть? Нет. Записки новой не появилось. Ну, как будто нам нужно вот это нажимать. Нет. Я надеялся, но нет. Я, сука, надеялся, но нет. Как же тяжело. Как, сука, тяжело. Еще раз. Получается. Ну, давай записку посмотрим. Есть. Я нашел портал. Все. Пошла жара. Я нашел портал. Начали шептать. Что-то задвигалось, что-то поменялось. Вот эта штука не работает. Вот это тоже не работает. Тут тоже ничего не работает. Вот туда мне как будто надо, понимаешь? Вон туда. Но оно не работает. Вот я даже, не знаю, фокусироваться. Это не помогает, фокусировка. Что вам надо? Я фокусируюсь сколько угодно раз вообще. На чем мне нужно фокусироваться? У меня инвентаря нет никакого вообще абсолютно. Что вам нужно? Заперла меня в подвале. Ну я рад за твою мать. А мне что делать-то, блядь? Я вон присел. Таракашка пробежала, муха. Подскажи, что делать. Это какой-то кошмар. Вон светится доска. Что ты светишься? Просто нельзя выключать свет в коридоре. Нельзя. Блядь, это будет долго. Выпусти меня! Ёбаная мразь. Какой в жопу портал? Почему я не могу в него пройти?
Я выключаю свет, я иду. Иду, блять, куда-нибудь. Что за портал? Что еще нажать надо? Куда еще нажать? В дверь он не идет. То есть тут он, да, он заработал, потому что я подошел к велосипеду. То есть я вот так зашел, и все. Может, игра поломалась? Опа! Опа! Вот это портал. Твою мать, вы чё, издеваетесь? Это жесть! Утюг, сука! Утюг, мать его, стоит. Я не буду гладить. А если я тут сейчас это сделаю? Не будем мы это больше трогать. Записочка. Все то же самое, слушай, все то же самое, но появилось... А, вот так теперь, ага, видишь, вот так теперь. Появилось что-то еще здесь. А можно убрать вот эти вот звуки странные, непонятные? И дверь должна быть открыта, смотри. Дверь должна быть открыта. Нет, не открыта, значит вырубаем щиток. Смотри, смотри. Да... Пошли вы в пизду! Да как так? Бля. Давай, короче, собирать все скрипты, которые есть. Я не знаю, они играют роль? Не играют роль? Все, открыли. Тетки с нами заговорили. Я нашел портал. Я прохожу в портал. Я прошел. Окей. Трогай тут, опять же, ничего нельзя. Опа, видишь, я вернулся. А смысл какой? Я покружился. Выйти нельзя. Дверь закрыта также. Что вам нужно от меня? Ну, понятное дело, зайти в портал. Хорошо, мы зашли в портал. Супер. Но дальше... На полки смотреть. Но тут ничего нету. Утюг я взять не могу. Никак. Вот тут тоже ничего нет. Вот эти штуки не открываются, ни одна коробка. И вот эти не берутся. И вот это не открывается. Просто идут какие-то помехи. Да, блядь. Двигай эту... Опа. Ой. А это кто? Я не пойму. Это просто силуэт стоит? Ой, блядь. Я, ну, не видно ничего. Как туда посветить-то? Ну вот стоит кто-то. Какой-то манекен. Жалко, я не могу посмотреть нормально. Так, и что? Теперь у нас открыто все? Получили скримак? Можно открывать? А, лом! Сука! Используй лом. Как мне его использовать-то? Мы и крест взяли, и лом... Ой. Так. Интересно получается. И нам через портал пройти надо, да? Нет, уже нет портала. Что-то есть. О, тут что-то. Так, это все то же самое, да? Все то же самое. Записочка не поменялась. Барбара Финч. Мой друг Бигфут. Ой, напугала меня. Глянь, какая жуть. Это же жесть. Это же просто. Охренеть. Так. И к чему? К чему я это? Свечи. А, теперь я могу это отковырять. Ой. А, вот она ты, мразь, стояла. Как у вас много тети, дяди. Ой, кошмар. О-о-о! Костями загремели. Кто шепчет? Так, не будем терять времени. Кто в нем? Мне тоже интересно. Вы что-нибудь знаете, господа, дамы? Знаете что-нибудь, нет? Можете подсказать? О!
Какая-то мисочка. Тут можно поспать. Что в нем? Да я в душе не ебу. А что мне сделать надо? Крест! Это мой крест, я его потерял. Да, вот на кой хер я крест брал? Скажите мне, пожалуйста. Барбара Финч. На нее нажать нельзя. На вот этого друга тоже нажать нельзя. О, мячик упал. А, открылась дверь. Нет? Она все так же закрыта. Может, я могу взять мячик? Мячик нельзя брать. Короче, мозговой штурм устраиваем. Мозговой штурм. А, кстати, мне немножко не по себе. А что поделать? О! Блять, пропустил! Ой, блять, твою мать, пропустил! Жутко. Так. Хорошо, что еще... А, это ты скрипела? Оп, я все пропустил, все скримаки пропустил. Теперь мне откроют? Что ты шепчешь? А? И ты меня убьешь опять? А... Какая музыка непонятная началась. Я не могу крест взять. Да как мне открыть? Там кто-то у вас стоит? Я не могу понять. Нужно найти способ вернуться. А-а-а! Друг стоит! Смотри на него, блядь! Ты вот там стоишь! Эй! Эй, еблан! Ну давай же, быстро найди выход! А, он меня сейчас убьет? Он что, ближе подходит? Блядь! Ну ты и мразь! Он меня убил! Близко! Иди нахер! Ты чё так близко-то был? Я думал, он начнется издалека. Игрушечка. Взял. Ебануться! Большое веселье. Акт 3. Та-та-тара, та-та-тара, та-та-тара. Вот ты какой, как заяц. Ну погоди, посмотри на него. Та-та-тара, та-та-та, та-та-тара. Ой, ёбаный рот. Ох, блядь. Ну-ка, вот это паровозик. Ту-ту, говорит паровозик. Глянь, как красиво. Ну, это знаешь, на что похоже? Прикол, он очень близко разговаривает, прям в ухо. Он очень близко разговаривает. Но это было жутковато. Но слишком резко. Короче, бежим. Мы тут все рассмотрели. Тут больше ничего не будет. Кто там? А можно музыку потише сделать? Она прям кричит. Что это? Это что, Яшкина? А, нет. А я думал, Яшкина. Это не реклама. За такое мне пока еще не платят. Я должен тебя поймать? Нет. Опа, скрипт. А, стой. А-а-а. Ой, клоуны. Сука, они неприятные человеки. И чё, мне от него бежать? Какой ты толстый. О, я же тебя выбрал в прошлый раз. Нужно осмотреться. Я же его в прошлый раз выбрал. Он с этим, с молотком был. Заперто, нужно найти, чем его открыть. Окей. А, вот это место было... Подожди. Где-то я видел это место. А, оно на заставке было, на заставке было. Надеюсь, ты не будешь тут глючить, глянь, только красиво. Так. И мне нужно тут сейчас прятаться от него. Мальчика, пропавшего 6 дней назад, нашли местные жители. Его обнаружили в заброшенной хижине за городом рядом с парком.
По словам мальчика, его похитил мужчина, переодетый клоном, когда он был на отдыхе со своим отцом. Так. Окей. Я прожил в клетке 6 дней, со мной было еще 2 детей, но я был единственным, кто выжил. Дома мне стали сниться кошмары, а потом я научился контролировать сон. Я стараюсь забыть о тех днях, сказал главный герой. Блять, не видно ни хрена. Вон он ходит. Так, и что мне нужно сделать? Его не видно совершенно. Это что за дичь? Кто ставил болторез на качели? Нужно запустить аттракцион, чтобы достать его оттуда. Запустить аттракцион? Но эта мразь вон она ходит. Не знаю, ты ее будешь видеть или нет, но он куда-то в эту сторону идет. Как же мне запустить? Как же мне запустить? Где пульт управления? Вон он. Так, мне нужен пульт управления, видимо, какой-то, да? Я не могу прыгать, тут нельзя прыгать. Где он там? Ходит. Охраняет. А это почему? Потому что я его выбрал, он тут? Да нет, это, скорее всего, заскриптовано все. Это было бы слишком... слишком круто. Ой, он сейчас придет сюда? Он тут ходит, мразь. Не ходи тут. О, я нашел. Твою мать. Не хватает предохранителя. Ага, не пойдешь за мной сюда? Сукан. Мне нужен предохранитель. Где он? Говори быстро. Говори быстро. А, я тут в безопасности? Эй, мразота. Ну ты хорош, ты хорош. А смех у тебя как у хер пойми кого. Вот так. Опа, друг, друг. Нож. Спасибо. А, ну он далеко должен быть. Взял. Я же говорю, друзья, манекены. Так. Темно. Темно, пиздец. Что это? А, я открыл ножом. Супер. Взял Взял? Взял. Взял предохранитель. Так, где это? Шняга лазит. Я его не вижу. Жутко и темно. А он стоит, ждет для караулит. Ну, извини. Ты, видимо, попал в лаг какой-то, да? Подожди, ты что застрял? Ты что? Ой-ой-ой, нет, он не застрял! Сука, он не застрял! Но он меня типа нашел, окей. Нет! Нет! Ты что, падла? Так. Ага. Ага, все, не подходи сюда. Я думал, он залагал. Так, болторез, болторез. Вот он, вот он. Я его вижу. Я его вижу. Схвати. Ой, тихо, не подходи. Не подходи сюда. А для чего он нужен? Для чего он нужен? Открыть. Я вспомнил. Бежим. Ох, он мразь, конечно. Так, где? Открывай! Открывай! На этом я предлагаю остановиться. Ролик получился длиннее, чем я думал, поэтому я поделю его на две части. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующей серии. Всего доброго!